для женщин, хай вас ваш муж заваливает вас тюльпанами, цветами разными на 8 марта, как и наш папа. Завалил всех цветами. Очень много живых цветов было, тюльпанов. Мы хотим поздравить бабушек, женщин, девушек и девочек с 8 марта. Поздравляем вас, желаем любви, счастья и здоровья. И девочкам, что получали хорошие оценки. И поздравляем осень. Вот. Это цветы вам. Ну, дари свои цветы. Каролина передумала. Собирайте. Это вам цветы. Тут бабушки хватит, девушки, девочкам. Женщины и девочки, и мне. Девочкам. И девочкам. Бабушкам. Поздравить своих мам с 8 девочкам. Мартом, сестер с 8 мартом и бабушек. Бабушкам. Бабушкам. Тетя, дядь, поздравьте обязательно. Бабушка, ну, я тетя. Тетя, поздравьте. Девочкам и девочкам. И для женщин, хай вас ваш муж заваливает вас тюльпанами, цветами разными на 8 марта, как и наш папа. Завалил всех цветами. Очень много живых цветов было. Тюльпанов. Всем привет! Вы на канале Кирилла и Каролины. Сегодня мы будем открывать подарки, которые нам подарили на 8 марта. Смотреть. Первое. Хочу показать. Цветочки такие. Из бумаги сделаны. А я садики подарила. Садики были. В них конфетки тоже у нас были. Вот такие цветочки. И постелили. А бабушка подарила с моей мамой постелин. Вот эту машинку бабушка подарила мне на 8 марта, а Каролине мотоцикл. Вот. Машинка и мотоцикл. Там свинка. О, достала. И мама свинка. Все открыла. Вот. И мама свинка. Пеппа и Джордж. И мама них. Угу. Мама, мама. И кнопкой. Теперь у нас есть новый набор с Винки Пеппой. С машиной, с Пеппой, с мамой. И осталось только купить качельки. И кнопку. И площадка. Ну, площадку для Пеппы. И будет полный набор с Винки Пеппой и видео для вас. Теперь, ну, мы не будем открывать, мы откроем это в следующих видео. Это я... Папа. Набор для творчества. Свинка Пеппа. Яскравый павлич. И свинка Пеппа. Павлич — это павлин. С хвостом. Свинка Пеппа. Это мне подарила и Каролине, крестная Каролины и мой крестный.
вот. А это Камилина моя тоже подарила. Красный и мой красный. Вот. И ждите нового видео там, там, где мы начнем открывать вот такие коробки. И у нас остались... И мне еще подарила крестные деньги. И, ну, может, уже... Что куда ставить? Ну, а так мы... Ой, чуть не забыла. Сумки же ж у нас еще. Вот. Вот такие вот у нас сумки. Подарила нам такие бабушка наша. Бабушка Галя. Сейчас мы посмотрим. Я... Давайте по очереди. Все то, что... Есть что, все то, что подарили нам на 8 марта. Показывай. Блинёк. Здесь брелок и здесь. Угу. Ну, это не брелок, а... Другой кулончик. Вот. У меня потерялся. Не потерялся. Светится? Он еще, наверное, светится. Угу. Мигает. Сейчас я тоже покажу. Вот. Подарила нам эта мама такие кулончики. И еще мама с папой нам подарили аквариум с рыбками. Теперь у нас в зале стоит аквариум с рыбками. Еще есть видео на это аквариум, как мы покупали рыбок. Посмотрите обязательно. Королюш, покажи. Какая красота. А ну-ка, Милочка, повесь на шейку себе. Не, сядь, сядь. Убери ручки. Видно? Угу. Классно. Я приснял. Тут мигает синий и красный цвет. Красиво. Королюш, оставайся в нем. Я в нем. Очень красиво смотрится. Дальше у меня туши для глаз. Тени. Или тени для глаз. Тетя Люся мне подарила. Полинина мама. У меня тоже такие. У меня бусы. Вот. И блокеты бусы. Тени. Такое. Открой, покажи. У меня вот такое. А королюши что тетя Люся подарила? Бусы и браслет. Будем мерить? Да. Ой, какая красота. Угу. И еще тетя Люся... нет, это... Вот, помаду подарила. Я накрашу. Тетя Алисия купила тоже с косметичкой. Королюш, покажи колье свое и браслетик. Красиво. Очень такое яркое. Это кто тебе подарил? Посадка. Кто подарил? Кто подарил тебе? Это Камила подарила. Покажи поближе лошадку. Красивая. Угу. Что у тебя, Королюш, еще там в сумочке? Это тени для глаз? Да. Блестюшки. И помада. И помада. Две помады. Две помады. Давай напишу. Давай я тебе напишу. Нет, две помады. Этой и другой. Богини мои.
Красавица. Каролин. Каролин. Еще мама подарила помаду. Тоже. Да. Попала. Вот я выдавила Каролину чуть-чуть тени для глаз. И они такие блестят. И сейчас я накрашу вот это. Красняли чуть-чуть. Вот. Класс. Вот. Такая. Здесь я была на прозрачно, здесь, которую мама подарила, она уже чуть-чуть красненькая. Да, вот. И у меня еще что-то есть. О, это тот мишка, который мне одноклассник подарил. Это жених или одноклассник? Жених. Жених? Мне нравится, вот. Сахалин. Откуда ты уже знаешь? Я тебе не рассказывала, ты уже говоришь. Да, Сахалин. Ну, по видимости, и ты ему нравишься, да? Раз он дарит тебе на 8 марта медвежат. А на День влюбленных он тебе дарил? День влюбленных это когда валентинки. Угу. Он подарил такую открытку. И на палочке, да, еще сердечко? И на палочке сердечко, да. И тоже посмотрите, там тебе подарки открывали. И вот такая вот сумочка, которая бабушка. Здесь как замочек такой. Ну, сумочка вообще бомба. Да. Королюш, покажи свой клатчик. Жалко, что сумочку, королю. Здесь вот замочек. Ну, украшение такое. Жалко, что снять нельзя. Застегивается. Или можно. Зачем? Пусть будет. Она застегивается. Не, ее нельзя открыть. А застегивается. И застегивается. Оп. Вот такие у нас были сегодня подарки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами были Камила и Каролина на канале Камила и Каролина. Слово Каролине. Королюш. А классный топчик и колокольчик. И будет выходить все видео. Пока-пока. Уведомления на все видео, да, будут приходить? Ставьте лайки. Пока-пока. Да. Мои девочки золотые.